записать вас в уголке любопытного геймера. Сегодня с вами Ичи. Продолжаем проходить игру, замечательную, рисованную от Мишеля Анцели. Называется она Rayman Legends. И вперед. Сразу интересный такой момент. У меня наверняка знает, кто-то интересовался вопросами. Наверняка знает, что у меня есть Razer геймпад, Razer клавиатура, Razer кейпад. Это такая штука игровая специальная. Специальная игровая клавиатура. Так вот. Ух ты, блин. Ух ты, нифига себе. Ну окей. Под музыку четко, что ж я. Это круто, черт побери. Круто. Заставочный ролик. Блин, это круто, черт побери. Посмотрите, все один в один с музыкой. Блин, круто. Офигеть. Упс. Понятно. Так, ладно, давайте пройдем, а то я забиваюсь в мысли тут. Такой хардкор. Так, так. Сейчас надо будет прыгать. Отлично. Офигеть просто. Круто, черт побери. Это эпик. Так, уже, судя по музыке, конец. Офигеть просто. Рубанит рок, чувак. Блин. Очень крутая музыкальная зарисовка была. Так вот. У меня была проблема с геймпадом. Я ее эффективно решил. У меня Razer Deathstalker, клавиатура кейпад Nostromo и Razer геймпад Sabertooth. Так вот, игра конфликтовала, в общем-то. Она при подключенном кейпаде Razer Nostromo и при подключенном Razer Sabertooth не обнаруживала мой геймпад, в общем-то. Как только кейпад отключил, все сразу же работало. Как вот пояснили, это не проблема резеровцев, это проблема конкретной игры, что она, когда несколько клавиатур подключено, она начинает тупить. Определяет, в общем-то, клавиатура первостепенной. Так, поздравляем! Вы только что достигли второй уровень крутизны, можете это отпраздновать, ведь мы дарим вам еще 2000 люмов. Окей. Итого 8400. Так, тут мы прошли все, окей. Так, раз, два, три, четыре, пять, да? Пять еще. Окей. Так, давайте я запалю время, а то... Так, 21.00. Нам кто-то звонил, фига себе. Так, 21.00. Ну и закончим мы. Угу, все, поехали. Вот, так что, кому помогло, ставьте лайки. На то, что я сам какое-то время помучился с этим делом. Так, давайте. А, у нас же есть вон ящички. Ого, сколько мы тут всего собрали. Давайте, потрем. Круто, черт побери. Выиграли малютку, отлично. Давай еще раз потрем. Так,
люмы, да? 500 люмов, маловато. Так, что тут у нас еще? Малютки, видимо. А, нет. Понятно. Существо. Так. Эй, ну. Вот так. Ага. Новый уровень. Картину новую открыли. Достижение получено. Лаки. Счастливчик. Тут, по-моему, вообще проиграть невозможно. Так. Догадайтесь, что будет? Люмы, я думаю, да? Точно. 500 люмов. Маловато как-то. Так, и тут что у нас? Отгадайте, что будет. Тоже люмы, наверное. Да. Ох, 1000 люмов. Так, перейти к галерее героев, перейти к главной галерее. Да, давайте в главную галерею. Пошлите сюда. Нас ждут приключения. Так. Ах ты, затащило как меня четко. Так, Рэй и бобовое зернышко. Называется у нас эта миссия. Ох ты, черт побери, как круто, а. Так, понятно, надо перескользнуть, пролететь, наверное, да? А, вон, во как. О, офигеть. Так, а выше там что-нибудь есть? Полетели выше. Нет, нет ничего, да? Блин, какая шикарная музыка. Ух ты, блин. О, да, давайте попробуем рыбу бахнуть. Нет, не получается. Ну ладно, не получается, не получается, пошлите. Так. Ого. А, понял. И... Так, любовь соберем. Ну-ка, 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 ну иди сюда. Ну иди сюда. О. Так, и надо забрать нашего малютку. Вот так. Блин. Музыка шикарная. Уровни шикарные. Прям вообще балдею. А, так, так, так. Нет, нет, нет. Нет, нет, нет. Так. Что тут мы можем замутить, друзья? Наверх-то наверняка как-нибудь можно наверх подняться. Ну, ладно. Так. Что тут у нас? О. А, кстати, заранее извиняюсь за посторонние шумы, если они вообще будут. Потому что я сейчас играю в затычках и вокруг себя вообще ничего не слышу. Чуть-чуть надоели мне большие наушники. Ага, вот они, люмы. Так, давайте этого дождь. А, тут и же вон какая очередь. Так, а вот тут можно что-нибудь? Ох ты. Понятно. Воу-воу-воу. Так. Угу. Угу. Ага, вот даже как. Так, люмы вот сюда летят. Помню собирать их всех. Отлично. Вверх поднимемся, на всякий случай проверим. На, в жбан тебе. Так. Угу. Окей, полетели. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Блин, а как их хапнуть быстренько-то? Так, а ну-ка тут. Тут ничего нету. На тебе жбан. О-о-о, тише, 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 товарищи тунеянцы. Вот так вот. Блин, а как же тебя взять-то по-быстрому? Давайте сперва малютку возьмем, а потом посмотрим там. Так. Е-е-е.
Так, 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 лети, 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 лети. Отлично. Бум, бум, бум. И тебе дадим. И тебе в раздачу. Так, вот это. Ух ты. Нифига себе. Так. Летающий уровень. Это, черт побери, круто. Блин, малютка слишком... Давай, 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 давай. Фу. Утащили мы свою задницу вовремя. Так, что-нибудь у нас есть? Секретка. Ага. Мячик. О, как. А, понял. Вот так вот. Так. Сердечко давай нам. Мы пошли дальше. Спасать миры. Давайте вниз попробуем спустимся. Может, там что-нибудь тоже есть. Нет, там только голодные засранцы. Ладно, тогда давайте попробуем вверх самый. Нет, тут тоже ничего нет. Окей. Прыгнем? Нет. Так. Вот он в чем подвох, оказывается. Сейчас она исчезнет, наверное. И нам надо пройти, нет? Че, нет, что ли? Окей, ладно. Наш шанс. Так. Пошли, 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 пошли. Оп. Отлично. Так, полетели. На своих пропеллерах. Ай-яй-яй. Где наши люмы? Ай, давай-давай-давай-давай. О-о-о. Они, кажется, обратно спускаются. Убегать от нас не будет в итоге. Так, сердечко освободим. Так. Еще спасем. Так, туда мы уже перепрыгнем, наверное. Давайте вот сюда вот заглянем. Ух ты, еще люмы. Ай-яй-яй. Отлично. Ага. Так. Давай спускайся вниз. Вот так. Так. Кого могли вытащили? Вот так. Ха-ха. Забавные такие. А-а-а. Даже обижать неохота. Мир у них интересный. Ой, фу, вонючки. Интересно, что они вообще дают? Так. Ага, вот это аккуратнее надо. О, еще один люм. Мне кажется, вот эта хлесткая хрень, она будет нас бить, наверное. Так. Еще одного люма утащили. Оу, черт. Ух ты, двоих разом, классно, а? На тебе жбан. Так, а, тут у нас во... Ого! Давай, давай, полетели. Повыше чуть-чуть сядем. Отлично, отлично. Отлично. Спустимся чуть-чуть вниз. Так. Малютку спасли. Ух ты. Тут, блин, прям на меткость какая-то. Миссия. Не дотронуться никуда, ничего. А ну-ка, давайте попробуем вверх поднимемся. Может, там что-нибудь есть еще? Мне, кстати, в комментариях написали по поводу того, что неплохо было бы потренироваться. Так это же с опытом приходит. Так, королеву не спасли, да? Нет, короля не спасли как раз. И еще одного люма. Ой, люма, господи, малютку. Ну, ладно. Что, мол, также интереснее будет, когда подготовишься, там, это, ну, не знаю. Мне нравится, когда, допустим, когда я смотрю прохождение чьи-то и вижу, как человек за тупы делает, там, или еще что-то, приятно посмеяться, там, что не ты один такой балбес проходил так криво. Чуть-чуть не получилось мне всех люмов собрать. История жабы. Да. Я думаю, я еще не один раз вернусь к этим.
Так, в вашем чемодане появились новые сообщения, открыв его с помощью Y. Вы сможете их прочитать, а также использовать их для просмотра полученных материалов. Попробуйте прямо сейчас. Давайте попробуем прямо сейчас. Что у нас там? Спасение. Не знаю, что это. Пошлите. Так, а тут что? Спасите Аврору. Странно. Мы ее вроде спасали. Давайте еще одну миссию пройдем. Еще одну локацию. Прекрасную, замечательную. Какая тут музыка интересная будет. Эй. Блин, а вы видели, да, в заставке в начале? Я же мог там сердечко взять, вот так выбить. Они тоже играбельные, там персонажи можно играть. Ах ты засранец, нашего малютку лупит. Понял, в общем-то. Придется вот так нам делать. Ага, вот, тогда вот так. Жбан тебя, засранец. Нефиг обижать наших малюток и люмов. Так. Отлично. Ну, теперь можем прыгать. Все спокойно душой. О, наконец-то. С помощником вообще прикольные уровни получаются. Ого. Ха, прикольно. Это что-то новое было. Так. Спрятать от нас решили. Так. Ага. Ну все правильно. Теперь сюда оттолкнемся на эту штучку и туда. Оп. Оп. Отлично. Отдыхай, парниша. Тут нельзя, да? Нельзя. Окей. Понял. Так. Ага. Ага. А ну-ка, давай-ка. Вот так вот сделаем. Теперь сюда. Да, теперь щекоти его. Ну, по-своему. Щекоти, конечно. Нет, без люмов. Вот так. Отлично. Секретка, да? Отлично. Так. Что тут у нас? Надо пропрыгать так, чтобы было все окей, да? А, думаю, нам сюда. Вот сюда. Ах ты, блин, не достает. Как же тогда, если я не достаю отсюда? А, господи. Вот так. Все-то я... Забыл, что у меня помощник есть же. Так, королева спасли. А значит, того, кто все-таки король был. В прошлый раз мы спасали. Окей. Так, разгонимся и... Еще одну нашу малютку спасем. Так, сердечко взяли, ништяк. А, что тут нам можно? Ага, понял. Нет, нет. Угомонись. Нет, а ты можешь вот сюда пойти? Нет, 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 нет. Ай, блин, скатился. Так, значит, там есть этот малютка. Блин. Надо правильно пропрыгать, чтобы было все окей. Вот так. Вот. И нам не обязательно даже. О-хо-хо. Прям как из этого. Так, а что мы можем сделать тут? Угу. Не можем, да, никак? А что ты стоишь? Втыкаешь-то? Блин, а я люмов хочу заработать. Ага, понял. Так, наверное, оттолкнуться еще надо. Нет, нет, нет. Блин. Ах ты гад. Понял, перепрыгнуть, наверное, вот так вот. Вот так, ай! Ладно, хрен с ним. Не хочу мучиться. Так. Нет, 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 нет. А, все окей. Оу, черт. Щекоти его. Сейчас мы ему в жбан дадим. Так.
Ага, вот отсюда вот так и вот сюда. Ай-яй-яй-яй-яй. Нет-нет-нет-нет, ты ж бить будешь-то, будешь. Вот, все, можешь не бить его. Хотя надо было бы бить его. Ай, блин, что-то я не подумал, что не увидел сверху. Не-не-не. Не увидел сверху, что иголки тоже есть. Молодец. Ох ты. Не надо, не надо, я его сам с ним разберусь. Так, а вот этого мы тоже спасем, Люма. Отлично. А вот там сверху есть что-нибудь интересное? Нету. Нету, окей. Так. Какие мы противные получились. Так, давай. Бей его без конца. Мы взлетим сейчас. Ага. Видели, да, друзья? Там монетка была. Спускаемся. Надо разбираться, как ее заработать. Понял. Так, так, так. Отлично. Вот так вот. Сразу же монетку не увидел. И этих люмов доберем. Не-не-не-не-не. Нет, нет, ай-яй-яй. Фуф, чуть не умер. На, в жбан. Так. Вот сюда зайдем обязательно. Определенно, это секретка была. Так, наверное, будем сейчас... Ага. Так, надо разобраться, что тут делать надо сперва. Ага. Понял. Ух ты, блин. Супер. Вниз X нажимаем, и он отталкивался, ударялся. Так, это король, окей. Короля, значит, спасли. На, в жбан тебе. Спустимся, поехали. Так, ага, оттолкнемся и... Окей. Мне так это выплевывает прям вообще. Пукает так. Ага. Не-не-не-не-не. Ай, блин. Не успел я. Там, видите, вон за листиком прикрыто. Это определенно что-то интересное. Так, а как бы нам так оттолкнуться? Во, вот так вот. Я же говорю, монетка. Так. Люма, еще одного этого малютку. Ай-ай, давай. Ух, блин, понесло меня. Фуф. Это сердечко, правда, использовали. Ну да ладно. О, блин. Не успел. Окей. Давай, падай там. Так. Прикольно, как поет. Ага. Так. Нет-нет-нет-нет-нет. Люмы все наши. На. Жбан, все, по-моему, уровень прошли, да. Ну, к сожалению, опять не собрали всех. Одну малютку не успели собрать. Ну ладно. Печально, но что ж поделать. Так. Бронза есть, серебро есть. Ага. О, даже золото собрали, всех люмов. Отлично. Карнавал! Классная музычка. Так. Супер. Поздравляем, вы открыли пик Олимпа. Малютки томятся там в неволе, ожидания вашей помощи.
Нет, спасибо. Пока нам это не интересно. Давайте треугольничек нажмем. Посмотрим, что мы выиграли. Отгадайте, что будет. Ну, тут уже, думаю, понятно. Как только существо первое открылось, хвост показался второго, уже было понятно, что будет. Так. Что тут у нас? Ну, я думаю, это будет следующим. Спасибо, друзья, что смотрели. Ставьте лайки, дизлайки, комментируйте, подписывайтесь. С вами был Ичи. Всем пока.